Ну что ж, всем привет, вы на канале Easy Style Balloons Party, и у нас полным ходом идет подготовка квеста. И мы с вами продолжаем. Сейчас вам расскажу. Что мы делаем сейчас? У меня тут был перебой с напряжением, и было очень темно. Кто смотрел последнее видео, оно жутко темноватое. Вот, причем, что сейчас тоже иногда перебивается, но неважно, это не то, что нас остановит. Поэтому вчера, когда был перебой с напряжением, так я делала некоторые подготовки. Во-первых, вот у нас вот такой замечательный единорог. А, нет, это пони вот это. Там, с мультиков не помню, как его зовут. Пони Радуга. И девятка. Блин, такую девятку купила в Дом Баллон. Ну, думала, это обыкновенная девятка, а оказалось... она просто огромная. Вот такая. Вот там Ксюша. Вот, еще я надула классные уже красивые хэппи-бёрдные. Вот они такие разноцветненькие. Вот, сегодня ночью будем их вешать. И следующий наш шаг квеста. Это подарок от брата. И мы уже... Я уже написала записочку и убрала ее. Так. В общем, убрала ее. Теперь нам надо сделать корзину с цветами и сердцем. Спрятать туда, где по квесту она должна его искать. Вот, как-то все прятать. Надо вначале будет сегодня упрятать ее в кровать. А потом прятать. Потом прятать все остальное. Вот. Мы надуваем 5 шаров. Сейчас. Палец. Естественно, все еще не зажил. Но так, из-за того, что пластырь постоянно сваливается, приходится его постоянно менять. Но это не то, что нас остановит. Вообще нас ничего не остановит. От того, чтобы устроить ребенку праздник. Так. Окей. Корзину я хочу сделать белую. Корзину. Для того, чтобы сделать корзину, мы связываем 5 шариков. Синеньких шлем между собой. Вот, сегодня тоже со светом все не ахти, но я думаю, что мы справимся. 4. Связали 5 шариков и теперь начинаем. Откладываем силы пальца. Делаем пинч. Вот у нас получилась вот такая вот на каждом шарике. Мы отложили 4 пальца и сделали пинч. Теперь мы соединяем. Что мы делаем? Мы выпрямляем это и берем вот так, опс. Сделали такой элемент. И размер
между. Вот тут. Сейчас попробую вам показать. В размер между. Когда мы правильно, да, в размер. И вот так вот. Соединяем. Еще раз. Выпрямляем все пять пальчиков. Да, все. Пять выпрямляем. Отмеряем размер отсюда до сюда. Делаем элемент с этим, этого размера. И зацепляем за пинч. Окей. Главное, не, вот у нас убегает что-то, главное ни одну не пропустить. Сейчас выпрямляем все. Видим. Отмеряем нужный нам элемент. И присоединяем. Это дно нашей корзинки. Корзиночка будет стоять вот так. Это дно, это вот дно нашей корзиночки. Теперь, что мы делаем теперь? Мы немножко добавим света. И я попробую показать. Я не важно, да, как бы как там отсвечивать, не отсвечивать, темно или не темно, смотрим на шары. Мы делаем вот тут. Я люблю работать вот так. Мы делаем вот тут. Бусинку маленькую относительно придерживаем, делаем вот тут бусинку такого же размера, и откладываем элемент с размером с наш вот этот вот шарик. Делаем то же самое. Отмеряем бусинку. Вот тут достаточно тяжелый момент, когда у нас остался последний элемент в ряду. Да, мы откладываем элемент размером с наш шарик. Вот этот. А если мы немножко поменяем... Нам цвет не нужен. Нам нужно... Окей, оставим так. Вот тут мы откладываем элемент с размером наш вот этот шарик. И теперь наша задача провести вот в эту дырочку. Теперь я хочу, чтобы корзина шла вот так вот, да? С
каждым последующим рядом мы увеличиваем размер данного элемента. Очередной раз. Вот наша корзиночка вырисовывается уже. Но нам надо она повыше, поэтому мы продолжаем. Мы еще будем ее расширять. Смотрим, у нас тут некоторые шары уже совсем заканчиваются, но максимум добавим. Вот наша замечательная корзина. Мы продолжаем. У нас вот тут шарик закончился, мы сейчас его поменяем. Ну, на самом деле, поменять надо почти все. Сейчас будем менять. Окей, мы добавляем шары туда, где у нас закончились шары. Надуваем шарик. Вот у нас закончился воздух. Дальше с этим шаром работать невозможно.
сейчас лопаем. И связываем их между собой. Ненужную часть просто отрезаем. Хвостики убираем. Смотрим, какой еще шар этот еще кружочек выдержит. Ну, в общем, поехали. Вот, я думаю, теперь наша корзина готова. Вот такая корзина у нас получилась. Замечательная. Чуть вам покажу, что у нас тут творится. Сюда нам надо ставить цветы. Цветы на самом деле можно соединить между собой и присоединить к серединке нашей корзины вот сюда, вот так вот, чтобы они хорошо держались. Вот, для этого мы сейчас посмотрим, что тут происходит с ножками. Если мы соединим ножки, у нас одна ножка маловато, а одна великовата. Поэтому мы вот тут соединяем их между собой. Вытаскиваем вот этот хвостик и все это дело вставляем в корзину. Тут зацепили. Цветочки поправили. И теперь мы можем заканчивать корзину. Но корзина у нас не стоит. Как же сделать так, чтобы она стояла? Мы с вами вот сюда привязываем грузик. Делаем грузик. Грузик должен быть совсем маленький.
не так у нас большой. Нам надо поменьше. Окей, вот я такой маленький грузик сделала, и мы его просто вязываем. Ладно. Корзина стоит. Окей. У нас достаточно мягкая поверхность, да, а на более упругой поверхности она будет хорошо стоять. Теперь мы делаем ручку. Ластик постоянно цепляется. Делаем ручку для нашей корзины. Мы ее сделаем вот так. Дилемма вот в чем. Моя все. Ну так. Вот так вот цветочки подвинули. Вот, я подвинула цветочки и думаю, мне вот коротенькую сделать ручку. Сейчас подниму чуток. Коротенькую сделать ручку. Или подлиннее. Наверное, коротенькую посимпатичнее. Да. Я вот тут делаю пинчик. Беру нашу ручку и зацепляю за этот пинчик. Завязала вот тут, отрезаю вот тут, я тоже делаю пинчик. Везде, где мы закончили, мы делаем пинчик. Вот у нас остался последний пинчик, который надо сделать.
хотела бы украсить нашу ручку, но вижу, что по композиции нам будет слишком много тут всего. Вот это был очень ответственный момент. Если у вас в последний момент лопнул шарик, обязательно надо его поймать и завязать. Вот. Вот наша корзина готова, но по замыслу в этой корзине должно быть сердце. Поэтому мы сейчас найдем сердце, которое мы хотим сюда вставить. Ну что ж, я нашла сердце прямо под цвет нашей корзины. Вот такое замечательно. И либо мы его вставляем в корзину, либо мы его ставим рядышком. Что я думаю, что мы его поставим рядышком. Раз, два, три, четыре. Достаточно просто. Раз. Нет. Вот. Этого достаточно. Мы приделали его на четверочку. Так, эти сердца нам надо убрать. Очень красивое сердечко. И поставим их вот так вот рядышком. Вау, круто. Вот, вот такой замечательный у нас получился следующий шаг квеста. Но мы забыли кое-что. В этом квесте у нас есть подарок. Подарок. А мы его поставим сзади сердца. Вот так. Или спереди. Вот так. Вот. И она нашла подарок. А дальше ей надо будет искать следующую записку. От того же следующий подарок. И где его искать. Ну что ж, мы с вами встретимся в следующем видео. И я вам расскажу, как. Ой, замороченный у нас следующий подарок. А пока я пойду подготовлюсь. А пока ставим лайк, подписываемся на канал и обязательно жмем на колокольчик.